Ну, сегодня день сильного ветра. Аж он сносит поливалку. А иногда ветер что? Оп, в обратную сторону сносит. Вот такие поливы. Это стройка выходного дня. Строим дом. Здравствуйте. Недаром здесь уже стоит тачка. Здесь уже лопата в полузакругленном состоянии. То есть уже будет сниматься подородка, и, наверное, уже до самого конца ее сначала снимем. Так, чуть споткнулся, но устоял. Так, кроме этого, у нас день поделки, потом по нее расскажу, кое-чего вы видите. Ну, вот это вот засыпано. Ну, оно засыпано и заезжено, но еще не утоптано и не пролито. Конечно, пролить отдельные личности не дают снимать мне. Ну все. О, какой ветер. Наверное, меня не слышно. А ветер слышно. Ну, про день поделки я расскажу попозже. Ну, пока небольшой полдник и вперед дальше.